Предупредить легче, чем спасти. Природоохранная прокуратура защищает леса. Прошли проверки на территории лесных участков, которые арендуют дачные кооперативы. В итоге в суд направлен ряд исковых заявлений об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Проверки природоохранной прокуратуры показали, на территории дачных некоммерческих партнерств отсутствует пожарный инвентарь и контейнеры по сбору мусора. Отходы хаотично свалены на разных участках леса, что также способствует пожароопасной обстановке. Это также является нарушением пожарного законодательства, так как в пожарный период все это может очень легко воспламениться и привести к лесным пожарам. Нами был направлен ряд исковых заявлений об обязании устранить, соответственно, выявленные нарушения и обеспечить надлежащий комплект противопожарного инвентаря, убрать мусор, обеспечить, соответственно, надлежащим образом исполнение требований правил противопожарной безопасности.